Совещание начали с минуты молчания в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Усиление мер безопасности – одна из первоочередных задач, которую поставил перед коллегами глава края. Необходимо еще жестче контролировать крупные объекты транспортной инфраструктуры, погрузку и перевозку багажа, провести тренировки с водителями общественного транспорта, рассказать жителям об алгоритме действий при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Но главное, подчеркнул губернатор, всем миром необходимо встать на защиту себя и близких. Особую роль в помощи силовым структурам Вениамин Кондратьев отвел казачеству общественникам. От них ждут как патрулирования вместе с сотрудниками полиции, так и информации о сомнительных соседях, незаконных мигрантах, проживающих в садоводческих товариществах, гаражных кооперативах, на стройках. Кубань ожидает масса праздников в апреле и мае, как светских, так и религиозных. Задача ответственных структур – обеспечить максимальный порядок, провести рейды по местам возможного проживания незаконных мигрантов и в случае обнаружения организовать их немедленное выдворение. Все вместе жители Кубани должны поставить прочный заслон любой угрозе.